Лучшие цены на Apple технику и аксессуары в магазине macof.net, ссылка в описании. Всем привет, с вами Apple Тема, в этом эпизоде мы посмотрим на приложение LaModa. Это отличная программа, которая позволит сэкономить вам кучу времени, ведь вы не будете выбирать одежду в магазине. Как только вы попадаете на главный экран, вы можете пройти быструю регистрацию. Занимает она буквально 1 минуту, и после этого вы можете наслаждаться полным экспириенсом использования данного приложения. Вы можете получать доступ к огромному количеству товаров и брендов, которые представлены в этом приложении. А брендов здесь, ребят, знаете, очень и очень много, как в принципе товаров, которых здесь более 1 миллиона и свыше 1000 брендов. Если вы ищете какую-то куртку или джинсы, то вы обязательно найдете их здесь. Еще из огромного списка, то есть вы еще и выберете то, что вам нравится. Вот, скажем, видов мужской одежды очень много, и представьте, сколько бы вы ее выбирали в магазине. Допустим, мне приглянулась эта куртка, я по ней нажимаю и могу ее сразу добавить в избранное, нажав на сердечко. После из какого-то перечня курток я могу выбрать ту, которая мне будет нравиться больше всего. Также можем ознакомиться с условиями доставки и оплаты, и, кстати, свой заказ я могу получить по всей территории России, к тому же 44 города доставят сразу же на следующий день. Окей, с доставкой разобрались, теперь как же ее заказать? Ну, для начала ознакомьтесь с описанием, потому что описание здесь написано очень интересно. Далее нажимаем на добавить в корзину, выбираем размер, и, собственно говоря, наш товар добавлен в корзину, позже мы сможем его купить. Теперь можем продолжать наш поиск товаров, которые нам интересны, которые мы хотим найти. К слову, в приложении огромное количество различных брендов, они все оригинальные, здесь продаются только оригинальные вещи, и, собственно говоря, это приложение поможет вам быть в тренде, потому что здесь новинки. И, собственно говоря, все так же. Понравилась какая-то вещь, выбираете размер, нажимаете «Добавить в корзину», и, собственно говоря, вещь попадает в вашу корзину. Если нажать справа сверху, мы получим доступ к нашей корзине. Отсюда можем оформить заказ. Нажимаем на кнопку «Оформить заказ», вот наши данные, отправляем заказ, и буквально через пару секунд с нами свяжется оператор, с которым мы договоримся о доставке. Кроме того, для пользователей приложения действуют специальные акции и скидки. Также приложение LaModa отлично выглядит и на iPhone, и несет в себе все тот же функционал. То есть выбрали какую-то вещь, вы выбрали размеры, добавили в корзину и оформили заказ. Ну что же, ребят, на этом все. Вот такое приложение LaModa, оно бесплатное как для iPhone, так и для iPad, и вы его можете скачать по ссылкам из описания. На этом уже точно все. С вами был Apple Тем. Если вы впервые, подписывайтесь на канал, ставь свои пальцы вверх, оформляй заказы на LaModa, не забывай о яблочках. Пока!